уважаемые телезрители! Это программа «Ремонтный вопрос». И сегодня мы с вами находимся в Ставропольском крае, в обычном дачном домике обычного госслужащего. Мы трудились целый месяц, чтобы превратить дачный домик в садовом товариществе «Колокольчик» в уютное гнездышко. И сейчас мы впервые за месяц встретимся с хозяином дачного домика Григорием Петровичем Дубинкиным, старшим лейтенантом ГИБДД. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, извините! Что, припозднился я немножко в форме, я просто сейчас на общественном совете выступал там. Голосовали за введение смертной казни в нашем регионе, за коррупцию. Все ясно. Ну ничего, оставьте работу позади, сейчас приятный момент. Как вы думаете, что мы переделали и поменяли в вашем домике? Я думаю, что, ну, этот линолеум пора было менять, там лампочки надо было, это, ну, энергосберегающие, можно было. Нет, мы поменяли все, вот. Это что такое? Это ремонт вашего дачного домика. Мы не знали, какой дом должен быть у гаишника, поэтому посмотрели в интернете, в каких домах живут гаишники в Ставропольском крае. Оказалось, что дома практически одинаковые, и нам долго не пришлось ломать голову. Это что такое? Это всего лишь прихожая в викторианском стиле. Давайте пройдем в жилую часть дома. Это гостиная. Скорее всего, после нашего ремонта у вас будет много гостей. Гостиная вмещает 150 человек. Вы что, вы с ума сошли, что ли? Ой, не волнуйтесь, нам это ничего не стоило. Программа создается на бюджетные деньги Ставропольского края. Поэтому у нас совершенно неограниченный бюджет. Конечно, вы немножечко расстроились, потому что на входе не хватает львов и фамильного герба. Ой, мы не стали их делать, так как вы все-таки старший лейтенант. А фамильный герб у гаишников начинается с капитана. Но мы компенсировали это вашим трехметровым портретом, где вы в костюме английского лорда охотитесь на лис. Он стоит на въезде в дачный поселок. Вы с ума сошли, что ли? Меня ж посадят, ну. Нет, конечно, вы сами захотите сесть на этот прекрасный золотой трон в вашей туалетной комнате. У всех ваших коллег мы видели обычные золотые унитазы. Но это уже не модно и холодно. Это сюрприз от нашей программы. Я ж прямо в жар бросил, аж хотел прям. Значит, пора идти в сауну. Она занимает 1/4 часть дома. И чтобы в сауне всегда была горячая вода, мы отключили от воды весь Ставропольский край. Также к сауне прилагается 12 массажисток, потому что мы знаем, какая тяжелая работа у гаишников в Ставропольском крае. Подождите, да. А где мой дом? У меня дом был 60 квадратных метров. Где мой дом? Это сюрприз от нашей программы. Мы расширили стены, и сейчас ваш дом 4 гектара. А соседи где? А все соседи — это ваш обслуживающий персонал. Вы спросите, как мы с ними договорились? Мы им сказали, что если они не будут вас обслуживать, то вы подбросите им наркотики. Надеюсь, вы еще не говорили мою фамилию в программе вашей? Наша программа идет в прямом эфире, и ваша фамилия написана в углу экрана. Мне что-то плохо, можно я прилягу? Конечно, ложитесь вот на этот пол, потому что он сделан из красного дерева и обтянут кожей бизонов. Скажите, а почему вы ложитесь на живот? Это я же боюсь, чтобы мне на лицо ботинками не наступили. Не можете мне помочь, это браслеты застегнуть мне на запястье. А, пожалуйста. Зачем пользоваться наручниками здесь? У вас же для этого сделана специальная комната с множеством приспособлений. Она находится в подвальном помещении. Скажите, наша программа идет в прямом эфире. Вы не хотели бы передать привет вашим коллегам? Хочу, это не мое, это подстава.
Подстава это! Конечно, не ваше. Мы давно работаем с госслужащими, поэтому знаем, как надо. Мы все оформили на вашу бабушку. А наша программа подходит к концу. И я напоминаю, что мы делали ремонт в дачном домике сотрудника Ставропольского ГИБДД Аркадия Дубинкина. А в следующей программе мы сделаем ремонт у любого замглавы администрации любой области. Присылайте ваши заявки, кого бы вы хотели видеть на месте нашего сегодняшнего героя. До свидания.